Вы придумали и реализовали социально значимый проект, тогда у вас есть шанс стать участником конкурса и выиграть премию «Наше Подмосковье». Но для этого о себе надо заявить. Как это сделать? На днях мытищинцев пригласили в окружную администрацию, где рассказали все нюансы. Условия участия. Необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализовать социально значимый проект или иметь уже успешно реализованный на территории Московской области, подать проект на сайте и пригласить в него вашу инициативную группу, а затем презентовать проект. Напоминаю, что презентация проекта является обязательным этапом, ее избежать не удастся. Презентация проектов состоится с 20 августа по 20 сентября во всех муниципалитетах Подмосковья и в Доме правительства Московской области. Если вы не успеваете приехать на презентацию проекта в своем муниципальном образовании, вы можете прийти на презентацию проекта в Дом правительства Московской области. Мы заранее скажем дату, когда будет проходить презентация, но уже по опыту это обычно последняя неделя презентационных дней. Размер призового фонда в 2019 году сохранился и составит 180 миллионов рублей. Сократилось число потенциальных победителей. Награды получат 1000 человек. Каждому будет перечислено по 180 тысяч рублей. Проекты рассматриваются в 4 номинациях – экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв. Состав жюри утверждает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как правило, судьями становятся известные общественные деятели и медийные личности. Критериев, согласно которым они будут оценивать проекты, несколько. Социальная значимость проекта важна. Достигнутые результаты за прошедший год. Практическое применение. Уникальность проекта. Охват аудитории. Затраченные ресурсы. Ну и, как я уже говорила, наличие группы. Награждение победителей состоится в ноябре. Напомню, прием заявок был открыт 3 июня и завершится 4 августа. Мытищинцы, которым необходима консультативная помощь, могут набрать один из двух номеров: 8-498-687-1945 и 8-495-581-8342. Замечу, порядка 50 жителей городского округа Мытищи уже сделали первый шаг и зарегистрировали свои проекты на сайте нашеподмосковье.рф. Надежда Звягинцева, Олег Степанов. Информационная программа «День».